Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт посетил епархиальный центр для детей-инвалидов «Солнечный городок». Архипастор вместе с главой города Ессентуки приняли участие в презентации двух новых инклюзивных проектов типографии и фото-видеолаборатории. Реализация добрых начинаний стала возможна благодаря поддержке синодального отдела по благотворительности и социальному служению, а также администрации Ессентуков. Что будем печатать? Мы будем с вами ламинировать обложку для нашего блокнота. Вот, мы их заранее отпечатали, и теперь мы берем с вами пленку для ламинации. Инклюзивная типография, которую так долго ждали в Солнечном городке, в действии. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт вместе с главой города Ессентуки Александром Некрестовым знакомится с ее работой. Епархиальный центр поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья успешно занимается социализацией детей с ментальными нарушениями и молодых инвалидов. С помощью оборудования инклюзивной типографии на сувенирную продукцию будут переноситься работы особенных юных художников – отражающий чистый, светлый и яркий мир их душ. Проект удалось реализовать с помощью синодального отдела по благотворительности и церковному служению. На платформе «Поможем.хелп» был открыт сбор на наш проект. В течение 45 дней проходил этот сбор. Вот, мы даже собрали на 11% больше, чем планировалось. То есть мы планировали 250 тысяч, собрали 276. Наш любимый город, курорт Ессентуки, самый солнечный город. Это во-первых, а во-вторых, самый гостеприимный город. Тот солнечный свет, которым наполняется Ессентуки, это свет, который идет изнутри от души наших ессентучан. Это интервью записали в инклюзивной фотолаборатории, оборудованной с помощью администрации города-курорта. «Солнечный городок» победил в конкурсе на субсидии и получил на реализацию мечты около 1 000 000 рублей. Руководитель новых социальных проектов Николай Пазушко по профессии учитель начальных классов, по призванию фотограф и видеограф. Фотолаборатория – это пространство, в котором ребята будут обучаться основам фотографии, видео. Вот, они познакомятся с графическими планшетами, ноутбуками поглубже. Вот, и будут снимать уже свое собственное информационно-познавательное шоу. Это не коммерческий проект, который призван тому, чтобы иметь какую-то там доходную часть. Да, а дает возможность простым деткам, вот этим особенным деткам, быть полезными. Теперь мы здесь организовываем работу на определенный период времени, постоянную работу специалистов. Епархия обеспечивает их заработной платой. И это тоже вот в этом случае такое государственно-частное партнерство. И это партнерство открывает большие возможности. Идеи уже работают. Владыка, вот с вашего благословения мы хотим бы запустить акцию, которая бы называлась вот так вот: «Согревая руки, согреваем душу». Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».